Неожиданная новость пришла из-за тяжкого места главы покинул Михаил Сурков. Он 20 лет, что является рекордом, руководил районом и делал это успешно. Глава региона Владимир Волков лично побывал в Атяшево. О чем говорили и каковы причины отставки, знает Дина Мустаева. Жители Атяшева этот день, когда Михаил Сурков официально объявил о своей отставке, назвали днем печали, ведь он возглавлял район 2 десятилетия. За это время успел очень многое сделать, несмотря на кризисы, которые один за другим. Все, с кем нам удалось пообщаться, говорили Михаилу Суркову спасибо. Вроде ничего плохого, как говорится, сделано не было. Поселок видно, как сделан за последние годы. Вот за это ему спасибо. Как руководитель хорошо, очень много сделано для райцентра. Для поселка. Мне кажется, это, наверное, время пришло уходить. В эксклюзивном интервью нашим новостям Михаил Сурков отметил, что многого удалось добиться благодаря поддержке региональных властей и активной работе его команды. Я сегодня спасибо говорю жителям своим, руководителям всех форм собственности, предприятий, учреждений бюджетной сферы. Ну, в принципе, я считаю, что Бог послал больше, чем я просил. Я родился на Атяшевской земле, значит, работаю с прекрасными людьми. Поэтому я рад, что сегодня такое мероприятие, понятно, волнительное это мероприятие. И мне не стыдно оставлять район более молодому, более энергичному руководителю. Я думаю, такой найдется, и они продолжат делать доброе, значит, бывших наших руководителей, которые руководители до меня районом, после себя оставляю я нормальный, хороший, экономически сильный, производственно развитый район. Спасибо всем. Официально о своей отставке Михаил Сурков сообщил на внеочередной сессии Совета депутатов Атяшевского района. Владимир Волков в своей речи отметил, что руководство республики высоко оценивает работу Суркова и его команды. Оценка, значит, руководства республики вашего труда, прежде всего, атяшевцев, вашего труда. И что, значит, Атяшево, мы прекрасно понимаем, что всегда знали, что Атяшево является центром сельскохозяйственным нашей республики. Сельскохозяйственным центром. Он был и остается таким центром, безусловно. Значит, и в последние годы, ведь мы говорим, что вот много сделано, но последние годы были и очень трудные. Временно исполнять обязанности главы Атяшевского района будет некогда первый зам Мария Алешина. Дина Мустаева, Александр Зюзяев. Наши новости из Атяшева, Республика Мордовия.